Миша, я не знаю, куда идти. Чтобы смотреть на твое выступление, мне нужны деньги. Встречайте бурными аплодисментами Кирилл Залатов! И, ну, ты хуй расстанешься с ней, да? Потому что, ну, у нее же пауэрбэнк. А я недавно разыграл свою девушку, сказал, что люблю ее. Педофилия. Согласна. Педофилия много плюсов. Дети красивые, умные. Андрей Щегель, привет. Привет. Илюха, тебе понравилось? Очень. Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся в Red Sox, где сегодня проходит стендап. Сегодня сольный концерт Андрея Щегеля, и у него на разогреве выступает известный стендап-комик Кирилл Залатов. Посмотрим, как это будет. Покажем вам. Ура! Миша, я не знаю, куда идти. Иди на стендап. Кирюха, привет! Привет! Чё делаешь? А дай денег мне за выступление твое, чтобы смотреть на твое выступление. Мне нужны деньги. Спасибо большое. Чуть ближе, тебя плохо видно. Можно чуть-чуть ближе? Ты не против? Чуть-чуть нет, ближе. Не против. Просто плохо видно тебя. Хорошо. Чуть-чуть ближе. Вот так хорошо видно. Нет, так далеко. Вот так хорошо видно. Ну, говори, где ты? Чего ждешь? Феерии. Хорошо. Какой феерии? Юмористической. Ребятки, серьезное шоу, без лишних прелюдий. Вырубает музыку нахуй. Сейчас здесь появится первый комик. Вы его будете нежно поддерживать. Встречайте бурными аплодисментами Кирилл Залатов! Привет. Привет. Смотрите, отношения отстой. Девчонки заебали. И, ну, ты хуй расстанешься с ней, да, потому что, ну, у нее же пауэрбэнк. Знаете, что самое страшное в отношениях? Самое страшное, когда у нее задержка. Потому что, ну, это все, это пизда. Все твои мечты стать рэпером. И записать фит с Эминемом. 28 умереть от передоза. Все. Отношения отстой. Девчонки, отстой. И чем дальше ты в отношениях, тем больше ты замечаешь недостатков. Я недавно заметил у нее кольцо. Отношения отстой. Девчонки заебали. Я недавно разыграл свою девушку. Сказал, что люблю ее. Мы потрахались, естественно, да? Но потом расстались, потому что она дура тупая, шуток не понимает. Я не умею торговаться. Я настолько не умею торговаться, что однажды я подошел к таксисту и спросил у него, 100 или 120? Он сказал, 120. Я сказал, поехали. Педофилия. Я вижу в ваших глазах вопрос, что ты имеешь против педофилии? В целом, ничего. Трахайтесь. Согласна. Педофилии много плюсов. Дети красивые, умные, все такое, да. Но один минус я все-таки нашел. И это ветрянка. А вы замечали, как люди, которые только что стрельнули у вас сигарету, как они ее курят? Так, как будто бы это их сигарета. Метро можно помогать людям. Я, когда еду в вагоне, я осматриваю вагон на наличие свободных мест, чтобы потом, когда туда будут заходить люди, я такой, вот сюда можете присесть, вот тут свободно, сюда можете сесть. Здесь я, извините. Что, вы беременная женщина, да? А кто у вас, мальчик? Мальчик постоит? Извините. Вечер обещает быть хорошим, да? В целом. Как сегодняшний. Всем спасибо. И это сейчас на громче Кирилл Залатов.
Щегель, привет. Привет. Как тебе выступление Кирилла Залаты? Кирилл Залата был хорош. А и ты? И дальше он будет лучше. Класс. Бля, я был пиздом, ребята. Спасибо, Андрюха. Я давай. Мистер ЧСВ 2018. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Илюха, тебе понравилось? Очень. Это хорошо, Илюха. Ты прям смеялся, да, весь вечер? Да. Молодец. Кто больше всего тебе понравился? Андрей Щегель или Кирилл Залата? Кирилл Залата. Правда? Да. Хорошо. Молодец. Что, не правда, что ли? Правда. Ладно. Красавчик, Кирюха. Ты красавчик. Держаться отлично. Илюха. Я люблю Кирюху, я его самый главный фанат. Кирюха красавчик сегодня был? Кирюха очень красивый. А выступал хорошо? Да. Илюха. А чё ты доебался до меня?